Приветище, это бесконечный цилиндр и наши эволюционные пухляши-колобки. В прошлой серии мы зашли в интересное помещение, где встретили огромного... это не помещение, это святилище было. Где встретили... Йокер, твою ж наль... Я ранее такое не видел. Серьезно, это что за тройная носопырочка тут, смотри. Похоже на... У него нос как крот. Точнее, у него три носа. Такой кротовой нос. Как будто он ищет что-то в земле. Блин, да хватит за мной бег. Ничего себе, ты мощный, камни рушит своими ногами. Ребята, все живы? Так, он нас... У него глаза наверху или это антенны? В общем, в прошлой серии мы нашли святилище, где встретили огромного старейшину, такого надутого, как пузырь. Он поведал нам историю, что вы можете стать таким же пузырем и летать, на гейзерах летать, если найдете плачущее дерево. Так что теперь у нас главная цель — найти плачущее дерево, содрать с него, плод, фрукт, съесть и превратиться в шарообразное вот это существо, эволюционировать, так сказать, в шарик, а потом перескочить через вот этот цилиндр. И мы наконец-то узнаем, что там, что же за цилиндром, и можно ли там выжить. И, возможно, увидим великана, которого мы тоже ранее видели, который бродит за цилиндром. Короче, хватит болтать, пошли искать шубу. Нам нужна шубка. И вот надо бояться вот этого чувака. Давай-ка его обойдем. Кстати, да, это антенна, это не глаза. У него есть клюв. Ага. Как все интересно. Какой-то странный чудик. У нас есть чуваки с трубами. Давай-ка переключимся сейчас на них. Если что, будем пугать. Вот так вот сделаем прям. Прям поближе к нему. Интересно, его это испугает или нет? Вот сейчас мы и проверим. Пошел. Нет. А, не пугается, смотри. Он вздрогнул. Так, спокуха, оно отошли все. Не подходи ко мне, у меня есть дудка. Все боятся дудки. Сейчас как в глаз тебе плюну. Вот так вот, залью тебе. Ребята, спокойно. Спокойно, все дудим. Все дудим, не паникуем, они все в панике от нашей дудки. Бежим, бежим, бежим вон до той стелы. Я не... А, нет, подожди, не до той стелы, нам нужно вон туда сходить. Где синее сияние? Оно показывает, что там что-то ценное, что-то важное. Сейчас добежим туда. Перекусить еще надо будет по дорожке, хватит за нами бегать. Ты посмотри, какая бешеная птичка. Видимо, я не очень понравилось, что я на нее гуданул. Она хочет... Хочет мне надавать лещей за это. А, синее свечение — это алтарь воскрешения. Но он нам не нужен, он нам не интересен. У нас и так четверо, у нас четыре гада. Бригада в полной банде. Ну чё, тут территория вся изучена, вся проверена. Так что я думаю, нам нужно идти дальше. Let's go! Врубаем свои колобковые попцы и покатились. Всех замочу. О, это пустыня. Смотри, какие миражи. Точнее, не миражи, а скажи. Твою ж налево, ребята. У нас нету ласт, мы же не доплывем туда. Вот это я, конечно, тупанул. Чё-то я даже не думал, что нам придется через воду. Через воду. Ну, ласты-то у кого-то же должны были быть, ребята. Нас сейчас всех накроет цилиндром. Или мы все-таки доплывем? Не знаю, что-то как-то слабо мне в это верится. А, окочурился я. Привет! У нас есть там стела, есть с другой стороны. Пойдем с другой стороны бежим, посмотрим, что там. А, ну да, да, я ж тут был, тут зима. Да, да, да. Скрылись они от меня, шубки мои. Вот они же где. Так, давай сделаем вначале так. Пожрем, а потом шубу себе наденем. Вот, все, я пожрал. Ну, хватит жрать-то, пухлый. Всасывай вот эту штуку. И давай. Шубу нам, шубу, пожалуйста. Четко, все, мы в шубе. Нам теперь ничего не страшно. И можем спокойно идти через зиму. А вон, кстати, и стелла. Сейчас через зимний биом и пройдем. Ну что, let's go. Погнали. Надеюсь, там нет никаких оврагов. Нет никакой воды. И мы спокойненько до него добежим.
Ну да, вроде бы, да. Все, надо было сразу сюда бежать, что-то это понял. Подожди, там яйцо, что ли? Мне показалось... Яйцо! Ребята, яйцо нашел. Но нафига оно нам нужно, если нас четверо? Пять чуваков у нас в команде все равно не будет. Да блин! Обходим. Долбанная расщелина. Просто хочу сохранить это яйцо, мало ли. Всякое в жизни бывает. Ой-ой-ой. Ну, время еще есть, мы все, мы дошли. Четенько. Все четенько. Плачущего дерева здесь нету. О, летающая эта фигня, смотри, вон она. Хочу к ней подойти, посмотреть, что это такое вообще. Кстати, ты видел? Как это так? Как это? Подождите, ребят, отойдите. Когда я стоял здесь, яйцо, смотри, оно прям покраснело, как будто здесь инкубатор. Че, неужели вылупится из него кто-то? Прям здесь. Или это просто светится? Светится так. Непонятно. Непонятно. Ладно, пошли дальше. Статуи какие-то. Непонятные. Че это вы бежите ко мне? О, это ж третий глаз. Но третий глаз у нас уже есть, так что нам это не интересно. Мне дико интересно. Вот это существо, что оно делает, если в него встану? Давай мы сделаем вот так вот. Я сейчас сохранюсь на всякий пожарный. Тут нету никаких дружелюбных существ. Я знаю, что если я туда попадусь, то, возможно, мне будет криндец. Так, яйцо здесь оставим. Но мне чисто из интереса, что будет, если я под луч встану? Как оно катится? О, там еще одно яйцо было слева. Да стой, не надо туда! Не надо... Вот я прыгаю. Вау! Вау, что происходит? Что происходит? Черт подери! Не хочу! Он меня может сожрать! Вот это рот его, что ли? Похоже на то. Так. Ух ты, нифига себе, у него язык. Короче, меня сожрали. Чуваки, мы потеряли одного брозера. Ну все понятно, я проверил. Пусть эта фигулина летает где-то вдалеке. А Стелла нам показывает, куда нужно идти. Пойдем поглядим, что там. И тут, кстати, пещерка еще есть. По пути давай запрыгнем. Глянем, что тут в этой пещере. Удивительное место. Я спускаюсь вниз к тебе. Куча брюликов. Как же без них? О, ребята, нам тут нужна ваша голова перерабатывающая. Тут есть кристаллики для вас. Чудные, чудесные. Где там у нас перерабатывальщик? Вот он. Давай, иди, камушки собирай. А, у него весь живот забит. Сейчас, подожди, перекусим. Надо все сожрать. Все очистить, как говорится, желудок. Перед поеданием кристалликов. О, чудно. Сколько всего у нас кристаллов, надо посмотреть. Сейчас мы зайдем в инвентарь. Инвентарь. У нас всего 19 кристаллов. Да. Мы с тобой очень богаты. Как отсюда выйти? Вот. Мы с тобой очень богаты. У меня никогда столько не было. Все, камни собрал, спускаемся вниз. Слушай, Пухляш, а где твои друганы? Где все остальные? Почему мы вдвоем в этой пещере? Они что, сверху остались, что ли? Эй, чудики. Ай, пошли они в пень. Нам и до их хватит. Просто если тут ноги попрыгайки нужны будут, то у Пухляша их нет, точно. И у этого тоже нет. Блин, минералов тут... О, подбежал, здорово. А где еще один друган? Ты его не прихватил с собой? Давай посмотрим, что у нас здесь в сундучке. Пухляш, мне нужен ты. Трехглазый мне не нужен, Пухляш. А, тут куча мозгов, которые восполняют еду, воду и жизнь. Угу. Оставим это на потом. Когда нам очень приспичит. Я думаю, нет смысла собирать больше кристаллы эти, потому что и так у нас их под завязку. Пойдемте. Хотя, с другой стороны, вдруг я встречу еще одну пещеру, где можно прокачать способности. А там же нужны блестяшки, да? Эх, жадность моя! Она погубит меня. Но с другой стороны, я хочу, чтобы наши требухумы выжили. И прокачались так мощно, чтобы они никого не боялись. Спасибо, пещера, за годный материал. Тут еще одно яйцо. Точнее, не яйцо, а дом требухума. Пойдем посмотрим, кто у нас там и чего он хочет. Здорово, самозаложник. Он хочет 3 гриба и 3 кристаллика. Кристалл-то есть, а грибы... их нету. Кстати, смотри, когда я выплевываю, смотри... смотри, как это плацебо, если можно ее так назвать. Это внутренняя начинка яйца, она шевелится странно. О, красавчик, это тоже все пер... Стой, не так ты сделал.
Этот красавчик-перерабатывальщик уже все кристаллы переработал, все камни, минералы. Красавец. Пойдемте, короче, грибочки насобираем ему и попробуем вытащить его. Вот они тут. Их тут. А, это не грибочки. Грибочки растут у нас в лесу. Так что... И там, где влажно. Вот, нашел пару грибочков. И вот еще один. Все, 4 гриба нашел сразу же. Ну что, товарищ, будешь нашим друганом пятым? Я просто не знаю максимальное количество моей группы, но вот сейчас проверим. Так. А, ну вот он мне говорит, типа, что... Хотя нет, вроде можно принять. И что, сколько нас... Я сейчас в инвентаре проверю. Инвентарь. Ага, ага, ага. Ну все, нас пятеро. Ну круто. Пошли. Отлично, такая банда. Мощно. Бежим к нашему светилу. Он покажет нам путь. Что у нас здесь в этой пещере? Апгрейд. Апгрейд. Я как знал. Я как знал. Я не зря собирал все эти кристаллы. Я предчувствовал. Это очень хорошо. Сейчас еще тут все пособираем. И будем вкачиваться. Конечно, нам нужна выносливость. Давай посмотрим максимальное количество моих друганов. А, тут не пишется, тут просто написано, что увеличьте количество присоединяемых к вам требухумов. Ну давай. 28 кристалликов у меня есть. Один забашляю, чтобы у меня группа увеличилась. Вот и все. Перерабатывальщик, твой выход. А, у него там грибы еще во рту. Грибы съедены. Собираем вот эти вот камушки. Так, ну, пузо камнями забито. А пока оно все перерабатывается, давай будем решать вопрос. Так, значит. Обезвоживание. Чтобы у нас обезвоживание не так быстро наступало. Ну, в принципе, с водой у нас нет проблем. Вообще ни разу такого не было. По поводу еды, да. С едой у нас проблемы. Давай апгрейдим. Угу. Теперь выносливость обязательно. Потому что бывает, что нам не хватает выносливости в форме колобка. Выносливость. Апгрейд. И давай еще прокачаем. Все. Я потратил все свои брюлики. Но у нас еще что-то там перерабатывается. Поэтому давай еще здоровье прокачаем. Вот и чудно. Короче, я забыл про то, что на воскрешение тоже нужны кристаллики. Поэтому эти кристаллы я оставлю именно для этого. Братва, пошли отсюда. О, да, свежий воздух. Свежий воздух, и кто-то тут гудит надо мной. Гудит, пердит. Злодень какой-то. А, это ты. Это ты. Где у нас чувак с гудком? Гудочек. Вот. Пошли. А, на всякий случай нужно выловить рыбу, у которой есть ласты. Чтобы они у нас были. А то, если что, будет вообще потом плохо. Пухляш, давай ты будешь с ластами. Вон рыба прям к нам в носяру плывет. Засасывай ее. Вот и чудно. Сейчас у нас будут лапки. А ты там что орешь? Открыл рот, смотрит, как я тут рыбачу. Ты что, к нам хочешь, что ли? Не-н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 е. Он же в воду не должен забежать, правильно? Не должен. А, он нас поливает водой. Да, точнее, жидкостью какой-то. Тихо, ребят, спокойно. Он сюда не зайдет, не паникуем. А че я тоже паникую? У меня же есть гудок. У меня есть гудок. Вот так вот. Какой у него красный глаз. Ну и че, давай, давай, заходи в воду. Утопись нафиг. У меня выносливость-то кончается. Че я туплю-то сам? Выносливость же есть. Про нее надо не забывать. Черт. Сейчас, ребята, уже отдышка у них появилась. Все, вот сюда, на сушу. Забегайте, а я пока рыбку съем. Все, у меня теперь упухлишались ласты. Отлично. Что с этим чуваком бы сделать-то, а? Как бы его грохнуть? Так невзначай. Там он еще, вижу, одно яйцо. Точнее, не яйцо, а домик. Требухума. О, а я такого раньше не видел. Это что такое? Просто еда.
Тут рыбки пухлиши, они нам не интересны. Привет, бро. Он хочет 3 яйца прислужника цилиндра и 3 кристалла. Но тебя я освобождать, наверное... О-о-о-о, спокойненько. Ребята, бежим скорее. Главное, чтобы вас не засосало. Главное, чтобы вас не засосало. Кубик, Кубик, беги быстрее. Так, я не смотрю туда, я не хочу это видеть. Кубик должен выжить. Ты выжил? Да, все, фух, он прилетел. Так, о чем я там говорил? Да, я сюда приволок яйцо и видел еще одно яйцо на этой территории. Так что, если что, мы... Так что, если что, мы эти 2 яйца в инкубатор сдадим. Так, ребята, не паникуем, не паникуем. Мы в стелсе, нас никто не видит. Ага, все, он убежал. Четко. Четко, красава, умеем, огнем, практикуем. Короче, прикинь, ищу яйца свои. Я же затащил сюда яйцо и одно где-то тут видел. Вот, и не могу найти. И вспомнил, что у меня же есть 3-й глаз. Почему бы им не воспользоваться? 3-й глаз, найди мне, пожалуйста. А, подожди, надо его выбрать. Сейчас, спокойно, тихо-тихо, кто-то к нам летит. А, ну он мимо пролетел. И это хорошо. 3-й глаз, мне нужна твоя способность, пожалуйста. Найди мне яйцо. Мы же можем искать яйцо? Ага, вот. Или это что-то другое, подожди. Это радужный жемчуг, это то, что из улиток мы достаем. Блин, яйца мы не можем искать. Эх. Кстати, знаешь, что я затупил? Я же могу с инвентаря перетаскивать все. Когда я засасывал одним из своих трибухумом минералов, я просто мог зайти в инвентарь и перетащить это все вот таким вот образом. Че я тупил? И, кстати, есть я тоже могу отсюда же. Смотри. Обалдеть. Век живи, век учись. Ну хорошо, мы дофига чего съели. 3-й глаз нам все-таки не понадобится. Выбираем, попрыгаем. А почему это у тебя минералы? Я не понял. Я минерал другому давал. Почему это у тебя все? Минералы, пожалуйста, вот сюда. Можно? А, нельзя почему-то. Во, можно. Вот оно яичечко, которое я видел. Все здорово. Пойдем оттащим его в инкубатор. Ну и все. Он сейчас вылупляется, и мы бежим к стеллам. Будем решать вопрос, с какой стелли мы побежим, к левой или правой. Нам желательно, переименуем чувака, будешь 5-й, как 5-й элемент. Теперь, а, нет, он был 6-м, я же был 5-й. Твою ж налево, ну ладно. Погнали. Теперь у нас отряд просто капец. Какой, 6 трибухумов, обалдеть, да? Как детский садик какой-то. Главное, чтобы никого не сожрали. И нужно теперь за всеми следить же. Кого-нибудь досажут же все равно, да? Ну все, побежали смотреть, к какой стелле лучше бежать. К левой или правой. А, мы тут даже не посмотрим толком. И залезть-то не сможем никуда. Хм. Мне бы к пустыне как-нибудь попасть. Как-нибудь к пустыне. Ну че, братва, все готовы? Запас выносливости у нас... Норм, погнали. Let's go. Плачущего дерева мы здесь не встретили. Будем искать его дальше. Так, я думаю, что нам все-таки надо как-то налево попасть. Сможем мы туда добраться? Я думаю, да, сможем. Сможем докатиться. Хотя что-то как-то поджимает нас уже. Поджимает. Давай-ка шустрей. Давай-ка пошустрей. А, я думаю, цветок какой-то интересный был. Я думаю, мы сейчас сдохнем. Ой-о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 й
Ну чё, братья, готовы? Ну тогда погнали. Я думаю, что всё-таки хочу забежать с этой стороны. Туда, левее больше. Мне кажется, так будет удачнее, потому что Стелла вот эта левая, она всё-таки ближе к нам, чем правая. Почему-то мне так кажется. Всё, восстанавливаем нашу выносливость и катим. Никто там не отставайте, пожалуйста. Хочу, чтобы все шесть прибыли в пункт назначения. Чёртовы расщелины. Ай, ладно. Давай на грибках попрыгаем. Прямо на гриб упасть бы было бы здорово. О, чётко. Со второй попыточки.
чертова. Пока я тут прыгаю, там кристалликов куча было. К нам очень близко подкатился цилиндр. Не рычи на меня, то сдохнешь, ты и так сдохнешь. Черт. Тут нереально огромное количество выносливости нужно, чтобы добежать до этих стел. Я уже чувствую, как моя попка подгорает. Я качусь, качусь быстрее, сил-то нету у меня. Давай, 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 давай. Катись. Черт. А совсем близко. И выносливости тоже нету. Но! Да, я почти докатился. Давай, последний рывок. Красава! Двое сдохли. Трое сдохли. Капец, не могли добежать, а. Фух. Ну, весь расход у нас. Подожди, квадрат сдох. Блинский. Ну ладно, что поделать. У квадрата просто был... О, третий глаз. Что-то его везде суют, этот третий глаз. Просто у квадрата был мутационный куб, который мог тоже нас в квадрат превратить. Гляжу-ка я там и вижу. Оу. Что это за существо? Был ли это слуга цилиндра, о котором нас предупреждал старейшина? Сама его форма наводила ужас на Трибухума, и голос, который звучал в воспоминаниях, был тревожным. А потом Трибухум вспомнил его имя. Его звали Математик. Чего он делает? Так вот кто барьер разогревает. А это что за фигня летает? А, это его подопечный. Они нас ищут. Ясное дело.